Грант в размере более 30 миллионов рублей присужден Туве правительством России за результаты социально-экономического развития в прошлом году. Решение принято на заседании правительственной комиссии по региональному развитию под председательством вице-премьера правительства России Дмитрия Казака. Кроме Тувы, гранты за такие же успехи получили еще 39 регионов России. Бонусы за позитивную социально-экономическую динамику, предусмотренные в федеральном бюджете в рамках государственной программы развития федеративных отношений и создания условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами. Темпы развития регионов оцениваются, исходя из комплекса показателей, прежде всего показателей роста собственных доходов и объема инвестиций в основной капитал. Кроме того, учитывается демография, реальные денежные доходы людей, уровень безработицы, доля учащихся и другие параметры. И о курсах валют. Доллар стоит 58 рублей 45 копеек, евро 67 рублей 77 копеек.